Почему у меня сегодня овсянка, углеводы и все такое? Потому что у меня с утра была тренировка, а после тренировки есть такое так называемое углеводное окно, когда ваши мышцы восприимчивы к глюкозе. Не самый длительный период, но тем не менее. То есть сейчас вот та глюкоза, да, в которую превратятся углеводы из этой вот каши, их заберут большей частью мои мышцы. Мышцы, когда они работали на тренировке, они расходовали глюкозу, гликоген, который был у них запасен. После тренировки я сейчас поем углеводов, углеводы превратятся в глюкозу, и эта глюкоза осядет не где-нибудь, а осядет конкретно в мышцах, там, где мне, собственно говоря, и нужно. Если вы хотите похудеть, то, пожалуйста, переходите по ссылке в профиле, у меня там сайт, 7-дневный курс похудения с коучем. Я сам коуч, который похудел на 23 килограмма. Вы узнаете 18 элементов успешного похудения. Все, что вам нужно для того, чтобы вы похудели и смогли удержать потом свой вес. Либо, если хотите лично со мной поработать, то пишите мне в личку, поработаем.